Здравствуйте, мы приглашаем вас, друзья, в Сибирь, в Красноярский край, в столицу края Красноярск, где в футбольном манеже местный футбольный клуб «Енисей» в своем первом домашнем матче в рамках второго тура «Мелбет» первая лига чемпионата России. Он отыграл на ноль, он большой молодец, потому что тоже в нескольких эпизодах продемонстрировал свое высокое вратарское мастерство. Итак, встреча стартовала. Гости идут вперед. Следует передача налево. Здесь хорошо предлагается Жиронкин. И он же бьет по воротам. Так, знаете, сочно пробил. Хорошо приложился с левой по мячу Виталий. Метров, наверное, 20 до ворот. Но партнеры бьются до конца и выцарапали этот мяч. И Енисей уже с мячом в штрафной площади. Может получиться опасная атака. Глушков, прорыв, острый угол, удар по воротам. Мяч мог залететь в дальний верхний. Если бы это случилось, мы бы с вами увидели просто потрясающий по исполнению гол. Но мяч пролетел рядышком. Но все равно момент хороший. Вот и ответ красноярской команды. Очень здорово, здесь все было сделано. И в гостях Енисей сыграл с Уфой в ничью 2-2. Так, есть перспективы у этой фланговой атаки. Удар по воротам! И как же реагирует блистательно в этом эпизоде Никита Карабашев, выручает свою команду. Очень хорошую атаку сейчас провели красноярцы. Прорвались через левый фланг, затем прострел низом прошел. И завершающий удар был очень опасен. Вот здесь Бабачинскому зацепиться за мяч. Он пытается это сделать и здорово играет. Скидка на партнера. И по центру есть адресат. Надо забивать. Это моментище. Штанга. Будет ли добивание? Какая прекрасная атака ленинградца. Как эта команда сейчас была близка к своему первому голу в первом дивизионе. Ну и завершающий удар Виталия Гурулева выше цели. Какая контратака. Как сыграл, как отработал эпизод Бачинский. Именно он протнул мяч вперед, по-моему, на Жиронкина. Тот промчался вперед. И затем пас в центр. Сергей Ильин бьет из убойной позиции. Енисей. Ленинградцы атакуют. И будет ли удар по воротам? Удар, рикошет! И пришел час вступать в игру. Играть надежно Евгению Ставеру. Завершающий удар был нанесен Хитяевым. Давайте смотреть повтор. Опять фланговая атака. Подача Суханова. Что усложнило задачу парировать этот мяч Евгению Ставеру. Но он хорош и сейчас играет великолепно. Момент такой, знаете, для вратаря малоприятный. Хлесткий удар из-за пределов штрафной. И по такой траектории еще пошел мяч перед вратарем. Начал падать, ударился о газон. Бил Сергей Ильин. Но опять в порядке. Вратарь красноярской команды переводит мяч на угловой. В составе Енисея. Ой-ой, какая ошибка, какой привоз. Это катастрофа, если будет гол. Катастрофа для вратаря. Он нарушает правила, исправляя же свою ошибку. Это пенальти. Такая ошибка, такой привоз. Это уже завершение атаки, когда вратарь фолит. 73-я минута. Суханов с короткого разбега, с правой ноги. Бьет и попадает в цель. Разводит по разным углам вратаря и мяч. Эдуард Суханов, 73-я минута, 1-0. Первый гол команды Сергея Кирьякова в первом дивизионе. Выйдет сейчас Маркин, лучший бомбардир прошлого сезона. У него 11-й номер. Ну а Эдуард Суханов вписывает свое имя в историю молодого клуба «Ленинградец». И все, финальный свисток. Поздравляем дебютанта, футбольный клуб «Ленинградец» с первой победой в первом дивизионе. На сложнейшем выезде команде Сергея Кирьякова удалось переиграть благодаря реализованному пенальти. Всего вам самого доброго, счастливо, до новых встреч, удачи!